Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь, и с нами Ты вечно. Ты наша сила, Ты наша слава, Ты любовь наша и вера наша. Аллилуйя! И, дорогоцінний народ Божий, давайте ми зараз будемо молитися за нашу страну, будемо молитися за Україну. І возвышай свой голос. Пусть твоє серце, оно буде прилеплено і видит картини победы Божьей. Мы не фокусируемся на войне, мы не фокусируемся на страхе, мы не фокусируемся на лжи дьявола, мы фокусируемся на Боге. То, что ты излучаешь, то ты и получаешь. Если ты излучаешь страх, и можно молиться в страхе, можно молиться в ужасе и получать этот страх и ужас, а можно молиться в любви Божьей, в ответе Божьей. Иисус пошел на крест, и Он даровал победу. Он даровал победу нам, и мы в этой победе провозглашаем Его победу. Мы не выпрашиваем эту победу, мы утверждаем эту победу, победу света над тьмой, что всякая тьма, она будет разрушена. Всякая тьма в физическом мире, на нашей земле, она разрушается под действием твоей веры, твоей силы, то, что ты творишь в молитве. И мы, наша брань не против крови и плоти, наша брань против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесной. И мы связываем и разрушаем дела дьявола, и у нас есть власть и сила наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. И ты должен это знать и понимать, как сын и дочь Божья. И мы не молимся конкретно, слушаться со страхом, мы что-то просим. Мы утверждаем то, что Он совершил. Мы утверждаем Его победу, мы утверждаем Его власть и силу. И мы утверждаем эту власть и силу в любви, в радости и в мире. И твое внутреннее состояние, мы в молитве, мы видим эту победу. Мы видим счастливую страну Украина. Мы видим наши счастливые семьи. Мы видим, мы не фокусируемся на войне, мы фокусируемся на славе Божьей, мы фокусируемся на нем, мы фокусируемся на мире, мы фокусируемся на любви Божьей. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя. И мы даем наши сердца, наши души, наш дух в Твои святые руки. И Ты, Господь Бог мой, совершай эту работу в силе и славе Твоей в наших сердцах. О мой Бог, и мы отдаем наши мысли, наши чувства. Наши чувствования в Твои святые руки. И Ты наполняй, Господь, нас светом Твоим, любовью Твоей, Твоим миром. И пусть Твоя слава, она является в этой молитве. И мы благословляем Украину. Мы благословляем украинский народ. Мы благословляем, Господь Бог мой, эту землю, на которой Ты поставил нас во имя Иисуса Христа. И в этой молитве мы облекаемся Тобой, могуществом Твоей силы. И мы перепоясываем наши чресла поясом истины. Облекаемся в броню праведности. Обуваем наши ноги в готовность благовествовать мир. Одеваем на голову шлем спасения. Берем в руки щиты веры, и уста влаживаем меч духовный, слово Твое, и мы берем власть в духовном мире на украинской земле, и мы связываем, разрушаем все планы и замыслы сатаны, мы связываем, разрушаем всякий страх, всякую ложь и всякое беззаконие во имя Иисуса Христа, и мы утверждаем божественный свет, мы утверждаем божественную власть и божественную силу во имя Иисуса Христа, мы связываем, разрушаем всякий дух смерти во имя Иисуса Христа, дух войны, мы связываем тебя и поражаем голову во имя Иисуса Христа, и мы утверждаем божественный свет, божественную власть и божественную силу, и ты, Дух Святой, ты двигайся, Господь, в этой молитве, и пусть твоя божественная благодать, она изливается не мерой на эту землю, и мы утверждаем твою победу, победу света над тьмой в Украине, победу света над тьмой, Бог мой, Господь, в каждом сердце, мы призываем милость твою, дух покаяния, благодать и силу на эту землю во имя Иисуса Христа, и пусть твоя слава, она является во всей полноте во имя Иисуса Христа. И мы, Господь Бог мой, благословляем власти Украины. Мы благословляем президента. Благословляем каждого дипломата, каждого депутата. Мы благословляем во имя Иисуса Христа каждого военного, каждого генерала, офицера, каждого
солдата. Мы благословляем каждого, кто на передовой. Бог мой, мы ставим молитвенный щит во имя Иисуса Христа. Твоя защита и твоя охрана во имя Иисуса Христа. И пусть твоя божественная слава, твоя божественная сила, твое божественное помазание, оно течет, Господь Бог мой, на эту землю во имя Иисуса Христа. О мой Бог, мы благословляем сироту и вдову. Мы благословляем униженного и уничиженного. Мы молим Тебя, Господь Бог мой, за каждого, кто на оккупированных территориях. Бог мой, пусть Твоя защита и охрана будет на каждом. Мы молим Тебя за каждого, кто уведен в плен во имя Иисуса Христа. И мы освобождаем Твое Слово. И Ты сказал в Слове, может ли быть отнято у сильного добыча? Могут ли быть отняты, взяты у победителя в плен? Да! Так говорит Господь, плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, и я, Господь, буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Бог мой, Господь, мы видим это спасение, спасение, Господь Бог мой, сыновей и дочерей, и мы видим, как пленные возвращаются в свои дома, возвращаются в свои семьи во имя Иисуса Христа. О мой Бог, Господь, наполненный, Господь, светом, любовью, миром, благодатью во имя Иисуса. О мой Бог, мы благословляем каждого, кто сейчас, Господь Бог мой, покинул пределы Украины. Благословляем каждого, Господь Бог мой, Ты благослови. Бог мой, наполни светом, любовью и силой. И дай эту благодать на благодать. Бог мой, Господь, единство Духа в союзе мира. И пусть, Господь Бог мой, излучение Божьего света, оно сияет, Господь Бог мой, на эту землю во всей полноте во имя Иисуса Христа. И мы высвобождаем Твое Слово на Украину, на украинский народ. Господь, Ты пастырь наш, и мы ни в чем не нуждаемся. И Ты покоишь нас на злачных пажитях, и вводишь нас к водам тихим, и подкрепляешь души наши ради имени Своего. И если идем долиной смертной тени, то не боимся зла, потому что Ты с нами. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают нас. И Ты приготовил трапезу ввиду врагов наших. Ты умастил елеем головы наши, и чаша наша преисполнена. Так благость и милость да сопровождают нас во все дни жизни нашей. И мы пребываем в Доме Божьем все многие дни. И мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою победу, за Твое благоволение. Благодарим Тебя за Твой мир, Господь Бог мой, который Ты наполняешь наши сердца. И мы говорим, мир в Украине, мир на этой земле. И мы видим, как армия России, она разворачивает свои танки, пушки, свои войска и идет в свою страну наводить порядок в своей стране во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, славим Тебя и прославляем Тебя. И мы благословляем Израиль. Благословляем израильский народ. И мы говорим, мир в Израиле. Мир в Израиле во имя Иисуса Христа. И мы связываем, разрушаем всякий дух терроризма во имя Иисуса Христа. И высвобождаем шалом Божий, мир Божий на Израиль. Призываем дух покаяния, милость Твою, Господь, на этот народ. И пусть Твоя слава, она будет явлена во всей полноте. И мы благодарим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Наш Бог всемогущий, и Ты воин Божий. Ты воин Христов, который охраняешь мир на этой земле.